Орландо Каради представляет. Черный пират. Производство Mondo TV, Италия. Композитор Джон Спасито. Не приближайтесь, а не то мы вас утопим. Кармакс, ты видишь лучше меня. Можешь что-нибудь разобрать? Где-то около 3 ли отсюда до этого корабля. Но сейчас слишком темно, я не могу определить их флаг. Они, должно быть, едут из Тортуги. Или это испанское торговое судно? В любом случае, это не наши друзья. Но кто эти храбрецы, подошедшие так близко к берегу? Они, должно быть, сошли с ума. Нам лучше держать пальцы скрещенными. Один выстрел, и они отправят нас прямо на дно. Эй, кто там в шлюпке? А кто хочет знать? Иди и доберись до истины. Иди сюда. Это слова храброго человека. Мы всегда должны иметь в наших рядах храбрецов, которые помогут нам отыскать испанское золото. Поднимайте якорь, идите, пожмите руки своим братьям с берега варваров. Пускай я буду проклят или меня поглотит пучина, если я не прав. Но я не верю, что я не узнал этот голос. Кармакс, кто это? Есть только один храбрец, который может проплыть под носом у испанских лодок. Как его имя? Его прозвище — Черный пират. Думаешь, это правда? Он существует? Смотрите, был прав. Это удар молнии, корабль Черного пирата. Одно неверное движение, вы полетите в пропасть. Что? Призраки? Что за черт, Джахар? Ты больше не узнаешь своих друзей? Да, дай посмотрю. Черт возьми.
Но если это не Кармакс, то я мертвец. Ура, Кармакс, качай его! Только не выбросьте за борт! А вот еще один восставший из мертвых. Я уверен, что все бочки с ромом заперты, черт. Ван Стиллер, я думал, что никогда не увижу твоего мерзкого лица. Добро пожаловать на борт, мальчик. Да, это моя плоть и кровь, щенок. Держу пари, что тебя повесят. Как ты сбежал от этих кровожадных конюхов? Жестокий принц был так занят в тот день, что он решил дать нам немного времени. Повесят. А что случилось с вашим капитаном? Его повесили. Хватит болтать, негодяй. Ты думаешь, что это, вечеринка? Как вас зовут, матросы, и откуда вы плывете? Я Ван Стиллер из Гамбурга, а это Кармакс из Бисканий. Мы пираты из Тартуги, сэр. Исчезнувшие испанцы, м? Капитан, мы в вашем распоряжении. Какой у вас был корабль? Мы из Красного Пирата. Что? Ой. Идите за мной. Мистер Морган, держитесь подальше от берега и будьте уверены, стрелки держат свои пушки наготове. Предупредите меня, если увидите что-нибудь подозрительное, ясно? Вы что, капитан, никто не проплывет мимо корабля без вашего ведома? Стрелки наготове, давайте, слизняки, быстрее, черт вас побери! Поторопись, идиот! 2 градуса к северу! Торопись! Идиот! 2 градуса к северу! Поворачивай, понял, дурак? Неужели он мертв? Но кто, капитан? Мой брат, Красный Пират. Да, капитан. Ты уверен? Я видел своими собственными глазами, как его повесили на центральной площади Маракайбо. Он был борцом до конца. Когда веревки обвелись вокруг его шеи, он плюнул в лицо правителю. В лицо правителя. Вот собака Ван Гульден. Клянусь, он проклинает меня. Оба моих брата были повешены трусом Флемингом. Пираты!
Через минуту нас здесь не будет, капитан. Моя жизнь зависит от тебя. Спасайся. Спасайся, Кармен, сейчас, или ты не сможешь пробраться через толпу. Эй, пусти меня! Эй, смотрите! Держи! Уходим! Чего ты ждешь? Держи! Вперед! Давай сюда! Дорогу! Не оставили его висеть на площади? Черт! Помоги мне вытащить его. Мы можем добраться до берега на лодке, которую мы украли. Она быстрая. Я рискну, капитан. Пожелай мне удачи, длинный Джек. Удачи. Мы готовы, капитан. Если я не вернусь до полуночи, мистер Морган, вы знаете, что делать. Сэр, можете быть спокойны. Далеко до берега, Кармакс. Около 3 миль, сэр. Этот трус заплатит за смерть моего брата. Мы должны быть уверены, что лодку не найдут. Иначе мы покойники. Не волнуйтесь, капитан. Мы знаем это место. Никто нас не найдет. Thank you.
Следите за берегом, где лучше причалить. Можно, берег чистый. Он нас не побеспокоит, пускай справится с этой змеей. От виселицы позор для вас закончить жизнь, став крокодильим завтраком. Быстро к берегу. Да, да, сэр. Кармакс? Да. Спрячь лодку. Мы должны быть в Маракайбо до восхода солнца. Можете найти проводника, который знает лес? Да, это молодой парень, он дал нам лодку. Беглый раб работал на испанских рудниках, он живет недалеко. Вы в нем уверены? Он нас не предаст? Навряд ли, сэр. Он уже спасал нас, я не вижу причины ему не доверять. Пойдем. Может, ягуар, сэр. Птицы неспокойно чувствуют чужака, но это может быть и человек. Звуки пропали.
Это в 30 футах отсюда. Человек это или зверь, неважно. Никакое препятствие нас теперь не остановит. Будьте внимательны и держите пистолеты наготове. Назад! Человек губернатора. Убить его. Подожди. Я могу повесить его на дереве. Он может нам пригодиться живым. В таком случае лучше связать его. Нет, подожди. Так. Посмотри-ка на него. Ничего стоящего, ничтожество. Нам лучше повесить его. Говори, если хочешь жить. Даже если я заговорю, где гарантии, что буду жить? Да, эти трусы должны заплатить за все. Говори, подонок. Нет. Слушай, даю тебе слово, если ты все расскажешь, будешь жить. Обещай, что хочешь, я тебе не верю. Ты не веришь моему слову чести? Слову чести пирата. Если бы ты знал, с кем разговариваешь, ты бы так не говорил. Тебе все равно, умру я или нет, так ведь? Я Эмилио Руканеда, лорд Винтимильский, известный своим друзьям и врагам, как черный пират. Матерь Божья, спаси, помилуй. Ты пришел нас убить и отомстить за смерть брата, кратцего пирата. Это так? Если ты не скажешь то, что мне нужно знать, клянусь, я сожгу дотла Маракайба. Ясно я выражаю? Продюсер Орландо Каради. Режиссер Ким Джан Ок. Фильм дублирован рекламно-коммерческой дирекцией Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Минск. 1999 год.